Привет, друзья! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусные яблочные оладьи. Это как летний вариант. Нам понадобится кефир, яйцо, соль, сахар, сода, яблоко, мука и масло для жарки оладьев. В миске соединяем яйцо с сахаром и солью. Все перемешиваем. Добавляем кефир комнатной температуры, перемешиваем еще раз, добавляем соду или разрыхлитель. Яблоко очищаем от кожуры и натираем на терке сразу в миску, для того, чтобы яблоко не потемнело. Перемешиваем, остается добавить муку. Добавляем муку, перемешиваем еще раз, тесто получается вот таким густым. В сковородку наливаем растительное масло и столовой ложкой выкладываем тесто. Жарим с обеих сторон до золотистого цвета. Оладьи получаются мягкие и вкусные. Обычно их подают со сметаной, с джемом, с вареньем. У нас сегодня они были с шоколадным сиропом. Попробуйте, приготовите вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!